Двое камчатских школьников победили в финале всероссийского конкурса «Большая перемена». Теперь каждый из них получит по 1 000 000 рублей. Финал конкурса для учеников 9-11 классов прошел в Международном детском центре «Артек» в Крыму. В этом году в «Большой перемене» участвовали 2,5 миллиона школьников, а в финал вышли 1500 из них, среди которых 8 камчатских ребят. В финальных испытаниях они решали кейсовые задания и защищали проекты по 4 направлениям – искусство и творчество, образовательные технологии, среда обитания и общество. Также финалисты конкурса прослушали лекции и мастер-классы от известных журналистов, общественных деятелей и политиков. Всего победу в конкурсе одержали 300 человек, среди них 2 камчатских школьника. Ученики 11 класса гимназии номер 39 София Пенигина и Иван Красильников. Губернатор полуострова Владимир Солодов поздравил ребят с победой. Я очень рад, что среди победителей оказалось 2 представителя Камчатки – Софья Пенигина и Иван Красильников. Я искренне хочу поздравить ребят с этой высокой наградой и с получением серьезного денежного приза и пожелать не останавливаться на достигнутом. Ваши яркие идеи и проекты точно будут востребованы у нас на Камчатке. Всех благ и заслуженной победы! Денежный приз 1 000 000 рублей школьники смогут потратить на учебу, собственный проект или на покупку необходимых гаджетов. Помимо этого, они получат по 5 дополнительных баллов при поступлении в высшие учебные заведения. Добавим, конкурс «Большая перемена» проходит для учеников школ и студентов колледжей. Это проект президентской платформы «Россия – страна возможностей», который проводится в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан России» национального проекта образования.